Санитарную обработку сейчас проводят и во всех муниципалитетах республики. Специальным раствором в районах дезинфицируют общественные места, мечети, улицы и другие территории, где чаще всего бывает многолюдно. Ума Ибрагимова продолжит. В муниципалитетах Дагестана дезинфицируют общественные места. В Ахтынском, Казбековском и Сергокалинском районах профилактические работы проводятся с применением специальных химических препаратов. Они обладают дезинфицирующими свойствами. Чаще всего обрабатывают территории близ магазинов и аптек, подъезды многоквартирных домов, улицы, банковские терминалы, территории больниц и парки. А вот в Ботлевском районе местных чиновников призвали держать под наблюдением все случаи с ОРВИ и другими видами респираторных заболеваний, чтобы в случае чего немедленно среагировать. В каждом селе поручено решить все трудности с выполнением санитарных требований в магазинах, продуктов питания и товаров первой необходимости. Это необходимо, чтобы жителям сел не приходилось выезжать за пределы в поисках необходимого. Между тем, в Избербаше на въезде и выезде в город устанавливается блокпост. К работе привлечено большое количество личного состава МВД и Росгвардии. А в Сергокалинском районе на въездах организованы санитарные посты. Там проводятся термометрия и анкетирование водителей, а также обработка колес автомобилей. В Сулейманстальском районе помогли более 200 нуждающимся семьям. Им раздали наборы продуктов питания. К акции присоединились и предприниматели из Хасавюртовского района. Они оказали помощь не только малоимущим жителям Хасавюрта, но и многодетным семьям.